первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина вместе с одинцовскими депутатами-единороссами проверили ход строительства детского сада на 400 мест в Новой Трехгорке. Здесь уже полностью завершены монолитные и кровельные работы, монтаж окон и черновая отделка. На 90% готовы внутренние инженерные системы. Приступили к чистовой отделке. Ведут работы по монтажу наружного освещения, дверей, устройству тепловых сетей и водоснабжения, а также по благоустройству и озеленению территории. Завершить строительство планируют к 1 сентября. Инспекция прошла в рамках реализации проекта «Новая школа» и отработки наказов народной программы.